Новая техника для зеленстроя. В прошлом году горсовет выделил деньги и в этом приобрели 3 мини-трактора «Викинг» для покоса газонной травы. Насколько качественно она работает, видели наши корреспонденты. Новую технику одним из первых тестирует директор КП «Зеленстрой». Каждый такой австрийский садовый мини-трактор обошелся городскому бюджету в 117 тысяч гривен. Для сравнения, одна хорошая мотокоса стоит порядка 18 тысяч. Гораздо быстрее косит траву и выполняет сразу несколько функций, как покоса, так и сбора сразу же. Что удешевляет работу и ускоряет саму по себе работу. Вот этот участок двумя тракторами скосили за 40 минут, а 4 рабочим с мотокосами на это понадобилось бы вдвое больше времени и больше топлива, утверждает директор КП. Так что в следующем году собираются еще прикупить 4 «Викинга». А эти трактора с космической поедут дальше в городские парки. Трава уже везде колосится. Всего за зеленстроем по городу закреплены 392 гектара.